другие коллективы, лицезреть которые местные любители футбола еще совсем недавно и не мечтали. В 63-м на матч с командой РСФСР пожаловал знаменитый Флуминенсо из Рио-де-Жанейро. Сборная Бразилии за год до этого второй раз подряд стала чемпионом мира, и южноамериканцы считались законодателями футбольной моды. В волгоградском матче за Флуминенсо выступал молодой защитник, который спустя несколько лет станет звездой и капитаном бразильской сборной. В 70-м Карлос Альберто поднимет над головой нику – кубок Жюля Риме. Через год в Волгоград приедет и заклятый соперник Флуминенсе по легендарному дерби Фла-Флу – Фламенго. Можно только позавидовать болельщикам 60-х.